Russische Botschaft antwortet auf Anschuldigungen der USA in der Nawalny-Angelegenheit. Hallo und privet aus Kaliningrad. Die westlichen Demokratien unter Führung der USA haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Alexei Nawalny, den vorbestraften Kriminellen und Extremisten, aus seiner Lage zu retten und damit die Einflussnahme auf die gesellschaftliche Entwicklung Russlands fortzusetzen. Man habe in Russland zur Kenntnis genommen, dass von der allerersten Minute des Beginns der Angelegenheit Nawalny diese durch die kollektive westliche Staatengemeinschaft mit aggressiver Propaganda gegen Russland begleitet wurde. In diese antirussischen Aktionen wurden auch russische Organisationen einbezogen, die mit dem Ausland assoziiert sind. Zentrale These der antirussischen Propaganda war, dass Nawalny vergiftet worden ist. Ein Beweis dieser Behauptung wurde bis heute nicht vorgelegt. Я знаю, что очень много ребят просто сидят после митинга в поддержку человека, которого нельзя называть. Поняли, да, о ком я? Или нет? Не, не поняли, о ком я? Нет. Ну, нельзя фамилию его называть, иначе пришьют экстремизм. Ага. Вот за него выступали, когда его посадили, и очень много теперь ребят сидит. Ну, как бы... А Навальный вы имеете в виду? Да, имею в виду его, но его нельзя называть. Почему? Потому что его и его организацию признали экстремистскими. Ну да. Как будто бы вот, террористы. А там же официальные люди его называют там это по фамилии? Ну, лучше нам не надо. Как бы они могут, а нам не надо. Ага. Мы же как бы протестуем, нам лучше не надо. Понимаете? Ага. Вот, так что вот, очень много ребят как бы на митинг задержали и держат там по 15, по 30 суток. Штрафы платят ребята, ну там по 30. 300 тысяч даже некоторые, ну вот, как бы это же политзаключенные. Есть те, кто, допустим, ну не то чтобы сопротивление оказал, ну как бы просто там как-то разговаривал, видать, не очень хорошо с полицейскими, им приписали, что там была какая-то агрессия, или, ну допустим, не знаю, там был стаканчик с какой-то там водой, он упал там на полицейского, все, то есть он не кидал, а просто сказали, что вот он меня кинул. А он просто при задержании у него выпал, все, а, это мне на ногу уронил, и на 5 лет посадили. Угу. Очень много таких ситуаций. Это не только в этом году. А я слышал, читал в газетах, что иногда и не соблюдали, это, по-моему, это было месяц января или февраля, не соблюдали такие требования на коронавирус, маска носить и так далее. А, ну вообще улице, нельзя собирать. На улице же не надо этого делать. У нас не было такого, что на улице нужно маску носить. Да. Как бы изначально. А массовые собрания тоже нельзя? Массовые так... собрания, ну они же всегда были запрещены у нас. По сути, у нас всегда были они запрещены. То есть, как бы, человек должен был запросить, а ему отказывали всегда. Это всегда было, есть и будет. Даже то, что я здесь сейчас стою, меня могут запросто забрать, хотя одиночный пикет, он как бы не запрещен. Я не должна ни с кем согласовывать. Но постоянно вот, как бы, смотришь новости, задержали. А почему, как бы, нарушение общественного порядка? Ну, как бы, чем человек стоит с плакатиком? Не орет, не пьяный, но... А если это не секрет, если я не слишком лично спрашиваю, вы кто? Я имею в виду, не надо там имя, фамилия и так дальше. А нет, я нет. Вы работаете или студент? Нет, я в декрете. В декрете? Да. А, все, да. Хорошо. Я в
А так, если не в декрете, вы где-нибудь работаете, или домохозяйка, или студентка? Ну, сейчас я домохозяйка, потому что как бы у меня только ребенок в садик пошел, и я не уверена, что как бы, ну, не болеет, вот это вот, пока адаптация идет у ребенка. Потом я на работу, естественно, пойду. Mm-hmm. Я, ну, работала всегда по гидам, ну, как бы экскурсии проводила. Работала в МТС, ну, там, салона связи, торговля, там, mm-hmm. вот такое вот все. Mm-hmm. То есть я никакого отношения, по сути, к политике не имею, я обычный mm-hmm. человек. Mm-hmm. То есть у меня никакая партия не заплатила, ничего подобного. Mm-hmm. Я даже можно проверить по всем каналам, нет у меня нигде ничего. Mm-hmm. Так что нет, я обычный человек, абсолютно. Окей, хорошо. Просто я не совсем согласна с тем, что у нас происходит. Понял. Хорошо. Спасибо большое. Да, спасибо. Die russische Botschaft in den USA informierte, dass Russland alle seine Vorräte an chemischen Kampfstoffen bis zum Jahre 2017 vollständig vernichtet habe. Die USA sind der einzige Staat in der Welt, welcher die internationalen Vereinbarungen zur Vernichtung von Chemiewaffen nicht erfüllt hat und weiterhin über derartige Systeme verfüge. Russland fordert die USA auf, innerhalb kürzester Zeit ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen und die Welt von diesen Kampfstoffen zu befreien. Die USA haben gemeinsam mit weiteren 44 Ländern Russland einen Fragenkatalog zur Angelegenheit Nawalny in der Vertretung der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen übergeben. Entsprechend internationaler Vereinbarungen ist Russland verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen auf diese Fragen zu antworten. Es sei daran erinnert, dass der russische Bürger Nawalny am 20. August 2020 während eines Fluges gesundheitliche Probleme bekam und nach einer Zwischenlandung in eine Omsker Klinik eingeliefert wurde. Die Ärzte konnten in seinem Blut keine Giftstoffe feststellen. Nachdem er nach Deutschland ausgeflogen worden war, stellte ein Labor der Bundeswehr fest, dass Nawalny mit Novichok vergiftet worden war. Beweise, Analysen, Biomaterial wurden der Öffentlichkeit nicht präsentiert. Auf Anfragen der russischen Staatsanwaltschaft antworteten die deutschen Behörden inhaltslos und nicht sachgerecht. Russlands Einladung an westliche Spezialisten zur Durchführung von Untersuchungen vor Ort wurde von westlicher Seite nicht genutzt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.